Накануне в Нижнем Тагиле автопилот, не рассчитавший скорость, снес пешехода прямо на его заповедной территории, помеченной зеброй. И, между прочим, знаками «пешеходный переход», которые обязывают водителя ко многому. Во-первых, эту самую скорость снизить и быть готовым к появлению на дороге беззащитных граждан, которых следует пропускать. Дело было за 3,5 часа до наступления старого Нового года на Ульяновской Нижнетагильской улице. По ней со стороны Солнечной в сторону Перова ехал 51-летний гражданин с 20-летним водительским стажем за рулем своей 111-й «Лады». Ехал, как выяснилось, недостаточно медленно и был недостаточно готов к полной остановке. И 16-летняя девочка на переходе, как он говорит, стала для него неожиданностью. И это можно считать признанием собственной вины. А, собственно, какие еще в такой ситуации могут быть варианты насчет того, кто прав, кто не прав? Те же самые снежные валы, которые, как отметили гаишники, ограничивают видимость и должны быть, согласно вынесенному предписанию, убраны, смягчили падение девушки. Совсем уж без травм не обошлось, к сожалению, ее доставили в больницу. Но там, после оказания первой помощи, решили, что госпитализация будет излишней, и отпустили выздоравливать амбулаторно. Инспектора проверили автолюбителя, убедились, что он трезв, и составили два протокола за непредоставление преимущества и нанесение вреда здоровью пешехода.